Для наших 11-классников сегодня волнительный день. Выход на финишную прямую. Сегодня они начинают свой последний учебный год. С днем знаний, милые ребята! 11-й славный класс! Пусть год финальный будет ярким, и пусть все сложится у вас. На сцену приглашаются учащиеся 11 класса со своим классным руководителем Балов Светланой Анатольевной. Здравствуй, дорогая интеграция! Здравствуй, дорогая школа! Мы сегодня несколько необычны. Это не зря, но не случайно. Вы все помните, мы завершили наш учебный год прекрасным юбилейным концертом. И тема нашего юбилейного концерта, это было, конечно, празднование нашего 20-летия, а еще мы продолжили великолепную традицию «Диалог культур». И 11 класс представлял Шотландию. Поэтому они сегодня вот такие. Ну, я думаю, наша школа, она идет всегда в ногу с нашей Россией. Вы помните, недавно, буквально сегодня, уже завершился большой, огромный международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня». И вот в продолжение наша школа решила тоже преподнести небольшой подарок. Встречает эта школа нас. И мы, поднявшись по ступеням, зайдем в уютный, тихий класс. Наслаждаемся моментом. Нам в этой школе быть последний год. От этого немного грустно, у времени ведь свой черед. Пусть беззаботно пролетели 3 месяца, как миг. Нам радостно сегодня встретить родных учителей своих. Снова прозвенит звонок уже для нас в который раз. Первосентябрьский урок, последний раз услышит класс. Пусть этот год и выпускной, но ждет нас очень много. Должны мы выбрать путь лишь свой, знать свою дорогу. Все мы уверенно пройдем экзамены и выбор. Свою вершину мы найдем, нам школа дала силу. И знаниями вооружит, она нас отпускает. Талантами всех окрылив, к успехам поднимает. Через год мы закончим учиться, а сегодня линейка у нас. И за партой никак не сидится, но сентябрь на пороге сейчас. Мы готовы садиться за парты, чтобы знания для жизни добыть. Не забыть географии карты, и истории нам не забыть. Помним, помнить будем мы все предметы. И слабинку ни в чем не дадим. Мы не верим в дурные приметы, и экзамены классно сдадим. Остался год ходить нам в школу, учениками год нам быть. Но не забыть нам дней веселых, учителей нам не забыть. На смену новые ребята придут с надеждой большой. И первый школьный день им станет самый счастливый, дорогой. Мы много разного узнали. Мы выросли в этих стенах. Еще совсем недавно в школу мы также шли с мечтой в глазах. И вот всего лишь год остался, а дальше каждый по себе. Но обещаем, будет вечно своей мы преданной мечте. Все то, что здесь мы постигали, мы не забудем никогда. Учителей своих мы помним, они в сердцах у нас всегда. И сейчас ребята 11 класса подготовили для вас шотландский танец.